Реконструкция Октябрьского проспекта продолжается. Завершают первый этап постройки подземного перехода. Его строительство идет на Красной улице. На каком этапе работы и когда откроют пешеходный переход, узнали мои коллеги. 4 выхода по 2 на каждую сторону перекрестка. Уже готовы стены и лестницы. Строители заканчивают монтажные работы первого подземного пешеходного перехода. Его строительство заняло 6 месяцев. Открыть переход планируют уже в конце декабря этого года. В данный момент будет открыто только одно направление. В дальнейшем будет идти монтаж достаточно такого архитектурного, симпатичного навеса стеклянного. Жители все это увидят. Такие переходы для нас очень важны. Длина подземного пешеходного перехода свыше 90 метров, а высота и ширина 4. Он строится по всем современным требованиям. Все ступени и спуск оборудуют электрическими обогревателями. Внутри установят камеры видеонаблюдения. В данный момент идет монтаж инженерных сетей. Все сети подведены, но идет наладка электричества. Заводится материал отделки. Пешеходный переход будет достаточно современный. И, конечно же, сейчас строители ускоряются, принимают все меры для того, чтобы сдать этот объект в этом году. Конечно, эти две транспортные пассажирские артерии дадут возможность нашим людям безопасно переходить с одной стороны на другую. Оба подземных перехода на пересечении с улицей Красной планируют открыть к марту следующего года. Всего переходов будет 4. Еще 2 построят на пересечении с улицей Смирновской. Их планируют открыть к концу 2024 года. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.